веществ, из-за которых питаются дети, воды, из-за которых люди болеют. Поэтому мы должны защитить нашу землю, мы должны защитить наши реки, мы должны защитить наши озера. Вылощенные на украинской земле будут опасны для здоровья людей, и тогда их уже ни в одной стране мира не будут покупать. Если вы забудете, то в Соединенных Штатах Америки, Голландии, Великобритании, Южной Африке, по всему миру, в Австралии, они уже добились во Франции моратория на применение фрекинга. Вместе с применением фрекинга обладают такими технологиями, такими приборами. А у нас... Наши поверхностные воды уже заведены без всякого трекинга. Если трекинг будет применяться так, как они хотят, артезианские воды будут еще опаснее, чем поверхностные. Город Харьков останется вообще без воды. Первая скважина построена в 10 километрах от водоема, в котором собирают. Кто это позволил? Кто позволил эксперимент над миллионом? Над полуторамиллионным городом. Кто? Кто будет нести ответственность? Что мы выступаем в этом вопросе не за какую-то прорусскую или проукраинскую позицию. Мы видим, что в Европе сегодня различные компании, Петушевы, Шеврон, что людям очень сложно показать, что это коснется их в самой-самой ближайшей перспективе. То есть сланцевый газ, когда то есть, они уже отравят воду, будет что-то поздно менять, но то есть, конечно, будет что-то сложнее изменить, потому что вышки уже будут поставлены, и сейчас мы просто пытаемся максимально информировать людей, хотя бы просто мимо на котором прошли слушания по вопросу сланцевого газа. Вы представьте, выступило 22 специалиста, 22 ученых. Ни один из них не сказал, что сланцевый газ безопасен. Каждый по своему направлению рассказал об опасностях, о рисках. Выступила токсиколог, ученая, которая рассказала, как будут умирать люди, если эти химикаты будут применяться. Выступил гидрогеолог и рассказал, как будут загрязняться наши водоносные горизонты. Выступили геологи и рассказали, какие будут последствия. Выступили геофизики и рассказали, какие будут землетрясения. И Верховная Рада, ее комитет по экологии принял резолюцию, в которой обратился и рассказал, что нужно делать, ссылаясь на экспертов. Это не выполняется. Как будто это пустой звук, вы знаете, пиарщики, миллиардеры значат больше, чем ученые, которые предупреждают, да, будут умирать люди, если не предпринять мер, если не запретить применение фрекинга, например, возле источника водоснабжения. Как можно применять такую опасную технологию там, откуда пьет воду полуторамиллионный город? Где прибыли? Люди, наши прибыли. Наше отечество, все человечество. Наше отечество, все человечество. Наше отечество, все человечество. Наша природа не единица. Дома, которым славна была Украина. Сегодня над Черноземом, над нашими водными запасами, над нашими... Люди важнее прибыли! Люди важнее прибыли! Люди важнее прибыли! Люди важнее прибыли! Сейчас задумайся о том, что происходит в
глубоко. Через несколько, буквально через небольшое количество времени, компания Shell построит добывающие вышки в районе Харькова и Донецкой области, в результате чего будет отравлено огромное пространство земли. Будут заражены все водоемы, все где будет, берем целевую эту. Учреждения медицинские, много денег отводится на оборону, составляющую по поддержанию органов государственной пошли. Компании, когда встречаются с людьми, вот эти компании, занимающиеся, не могут ответить ни на один вопрос. Они отвечают очень обтекательно. У них на руках. Сегодня еще все можно изменить и исправить. Что делать завтра, когда врачи будут не знать, как лечить пациентов?